красивой дорожкой затай. Милостивый государь, не будешь ли ты столь любезен помочь мне в важном деле? Чего надо? Я Ростан Мукс, и мне нужна помощь в очень важном деле. Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного краснолюдского напитка. Но нападение частично удалось. Ты скажешь мне, наконец, в чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. За даром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С тех пор, как мир стоит, ни один ведьмак за даром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятана горсточка крон. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. О, последняя моя надежда. Если у него не получится... Давай, плотва! Ничто так не воняет, как краснолюдский самогон. А вот и бутылка. Здесь на Мукса напали. Не шляйся тут! Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Он проиграл, потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Ты должен отдать мне эти документы. Да, конечно. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. А он? Ну и? Я нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть! Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Спокойно. Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, что ты проиграл свои бумаги в карты. Бессовестный тип! Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь.
Это бумаги моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом в Энгерберге. Что-то меня немного занесло. Я напился и, правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Вот, теперь плати. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось. Хватит. Синяки на заднице уже отцвели. Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Ну давай, сдавай зачет. Покажи, чему научился. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Ну, все, все, все. Эй! Гляди-ка, в Новиграде сброда все больше. В свое время мутантов сюда не пускали. Такой город всю под хвост. А что надо делать, чтобы... Служба не дружба. Ненавижу блядей.
Ты давно играл в притоне ублюдка младшего? Я перестал туда ходить с тех пор, как мне продали разбодяженный фишках. Это хорошо. Говорят, подозрительно ты выглядишь, приблуда. Он должен быть или очень глупым, или очень сильным. Кажется, у него очень сильные козыри. Вечный огонь нас хранит, а на чудовищ и монстров понос насылает. Береги себя. Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Меня ваша добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. От кого она скрывается? Храмовая стража взялась за магов, травит их, как крыс. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Гнилая роща. Интересное название. Гнездо отбросов и страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место! Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай, или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее, в рощу даже Менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознаний. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так, по-твоему, их имущество можно грабить? Но магии и чародейки вне закона. Но их скарб – забота храмовой стражи. А Новиград – город законопослушный. Ты знаешь, что нетопырь чует мотылька за миг? На что ты намекаешь? Здесь я задаю вопросы, ведьмак. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеев. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать, но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг,
и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание. Как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. Такие щетки для волос использовала только Трис. Травы, коренья. Трис решила стать целительницей. Исходит магия. У Трис аллергия на эликсиры. Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Роза памяти. Вся высохла. Извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда! Держи вора! А, сука, сам не знаешь. Он что-то подозревает. Лучше держаться подальше. Мой живот. Эй, держи вора! Порядок есть порядок. Thank you.
книжка какая-нибудь найдется? Найдется милостынька для убогого. Хромой? Да где там? Обеими ногами владею, а руки, что твоя мельница, о, как махаю, о, гляди, о! Я, видишь, умственно помешанный. Мне нужно добраться до места, которое называют Гнилой Рощей. Знаю, знаю, не скажу, знаю, знаю, не скажу. Почему? Потому как нельзя мне говорить. Но я б тебе сказал, если б ты такой настырный не был. Если хочешь, приходи в другой раз, тогда и скажу, может. У тебя действительно с головой не в порядке. А я что говорил? Эй, седой рыцарь, оруженосец не нужен? О, опять ты. Поговорим, как в тот раз. Правда, у меня в голове помутилось, но во всем остальном я здоровёхонек. Как я уже сказал, я ищу Гнилую Рощу. И снова я тебе помогу. Роща там вон. Там это где? В квартале у шлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда всех пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка платила под свинков. Но если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка платила под свинков, а? Благодарю за помощь. Вечный огонь нас хранит, а на чудовище монстров оно спасает. Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Входишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила под свинков. О, добро пожаловать в нашу рощу, брат. Не надо рисковать, а то все просрешь. Покажи мне свои товары. Я хочу сыграть.
Я хочу... Что тебя беспокоит? И там Азра. Благодарю, господин. Истинное чудо. Как тебя отблагодарить? Убеди сброд из городского совета, что чары нужны не из прихоти. Они необходимы. Как не послушают, они Менги боятся. В таком случае передаем, что если кто из них занеможет, пускай сует башку в пламя вечного огня. Теперь дайте мне отдых. Господин, чего говорить? Ой, прошу, оставь меня. Смотри, что я нашел, мама. Злодырь. Такое красивое ожерелье. Откуда оно? На земле валялось. Вот я и взял. Врешь прямо в глаза, как твой отец. Из тебя выйдет толк. Теперь иди поиграй. Маме надо выспаться перед работой. Да не слабо у тебя вернулись. Сразу расхочет дербанить мою делюгу.
Ты помажь чем-нибудь, чтобы заражения не было. Да помазал уже. Осталось у меня немного мази от одной чародейки. Ты ее, что ли, обнес? Совсем, что ли, дурной? Король запретил чародеев трогать. Очень они им нужны. Как наше предприятие? Хорошо. В нашей тайной лечебнице обращается все больше желающих. Они больше не боятся псов, Мен. Думаю, неизлечимые болезни страшат их больше. В таком случае я рассчитываю на увеличение доходов. Ты и так забираешь у нас 80% заработка. А кроме того, помогаю тебе находить малины, где ты укрываешь своих. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Ты говоришь так, будто у тебя ко мне дело. Кто знает? В наши времена тот, кто носит два меча и умеет извлечь из них пользу, может быть очень полезен. Так послал бы ко мне какого-нибудь подручного. Я хотел посмотреть, как ты справишься. Одно дело умелый, другое еще и ловкий. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями поддергивает. Мнимая власть меня не интересует. За тобой стоит банда оборванцев, горстка магов, а против тебя вооруженная до зубов стража и охотники за колдуньями. Я бы не поставил на тебя ни кроны. Я тоже. Пока. Война отлично тасует карты. Во время войны люди начинают видеть суть вещей. Задумываются, например, зачем запрещать магию, если она помогает. Люди приходят ко мне. Хотя знают, что это запрещено. А знаешь почему? Потому что они боятся смертельных болезней больше, чем пыток. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одни. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком и должна была начинать все сначала. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Thank you.
Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди. У меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи. Думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Ну, некоторые дела требуют жертв. А люди? И люди тоже. Так может, ты достанешь мне этот мешок? Твоя взяла. Стойте! Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник. Спрашивать. Кажется, Менге собрался запрет издать. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Град когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толпами.
Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня да в пулю. Новиград стоит на деньгах. А для ведения войны нужны три вещи. Деньги. Где-то здесь и должен быть сверток. Если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивал Менге, у него началась мания преследования. И что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет тебя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. Привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Рис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка? Конечно. Когда она искала работу, то с этого и начала. Рис, ты что? Это, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысоловом,
Никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брэндоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брэндон и компания — серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лести до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. О, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. В знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. Вот, похоже, нужное место. Не нравится мне этот тип. Брэндон? Мне тоже. Слишком он жирный. Это точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно вытравить крыс. Трис, он купец. Он живет тем, что торгуется. Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голоду. Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Сейчас я подожгу ладан. И у нас будет минутка поговорить. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... смирившейся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? У меня все в порядке. Это хорошо. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее.
Я заплатил заранее, потому что знал, что верну себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына! Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Что? Открываешься? Обманули, как дитя. Если бы не ты, надо найти Бранда. Да. Не убивайте, сударь! Они меня заставили! Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку! Охотники на колдуньей жалости не знают! Пощадите меня, добрый человек! Не уподобляйтесь этим кровопийцам! Заткнись! Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. Ты пшёл отсюда. Спасибо, Геральт. Не за что. Рад, что помог. Ты знаешь, я все думала, кто бы нам помог с Цири. И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка, Карина Тильберг. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец — богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь сам? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезках, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Oh.